Сотрудники полиции не только наказывают, но и поддерживают, подбадривают, помогают. В этом убедились участники спортивного праздника «Мой шеф, воспитатель и я, дружная семья», который состоялся в оздоровительном лагере Игнатовский Фурманского района. На стартах 150 детей, воспитывающихся в детских домах или находящихся в учреждениях соцзащиты. Команды приехали из разных муниципалитетов, чтобы посоревноваться в скорости, выносливости и силе. Помогают ребятам их шеф и люди в погонах. В основных задачах праздника – патриотическое и нравственное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также повышение авторитета сотрудников правоохранительных органов среди подростков и ранняя профессиональная ориентация на службу в органах внутренних дел. Мы проводим его единственной с той целью, для того, чтобы отвлечь детей, которые так уже находятся в государственных учреждениях, от улиц, воспитать у них выносливых, добрых, чувство команды, чувство сплочения. И, конечно же, это помогает им найти общий язык с их шефами, не просто в рамках каких-то нравоучительных бесед, а именно в таком соревновательном духе,